Вот. Так, сегодня мы рассмотрим двойку. Первый элемент – это работа обратной стороной, то, что мы уже проходили. Варианты работы первого элемента – это воздействие, например, на кисть, чисто атакующий. Когда мы стоим, именно обратной стороной воздействие атакуем. Второй вариант использования того же самого действия, те же самые траектории – это парирование. То есть, когда идет атака, укол, вот. То есть, ровно тем же движением я могу либо атаковать, либо парировать. Работаем! Будьте заняты! Смена! Соответственно, сама двойка. То есть первое движение мы начинаем, например, спинкой и продолжаем режущей кромкой. Вариант. Раз, два, либо три. В другую сторону. Подняли, порезали. Подняли, порезали. Подняли, подняли. Сверху, например, спинкой. Порез, спинкой, порез с этой стороны, спинкой, порез отсюда, спинкой, подняли. Итак, варианты: сверху, сбоку, снизу. Соответственно, что это может быть? Либо это может быть, например, горизонтали. Атака в руку и с этой же стороны порез. Атака в руку, переход порез сверху. Либо это может быть пол живот. Я парирую и сразу же перехожу на рубящие действия. Таким образом, после каждого удара я имею 3-4 возможности перехода на порез. Я начинаю обратной стороной и заканчиваю рубящей частью. Так, давайте будем добивать. Бросить дальше тоже, поменять. Ребята, это красиво, во-первых. Хорошо. Очень хорошо. Ну, блядь, руку подними. Вот он стоял вот так. Вот он боится получить по голове. Ты начал хорошо, руку. Дать, ну, потом и пошел. Раз. Зачем? У него там уже рука. Я же показал варианты комбинации. Где у него дырка? Встань. Вторая рука. Где дыра? Вот дырка. Соответственно, дайте я руку здесь, где там, где в ритиске. Научитесь тактически мыслить. Вот я вошел. Отставь пальцы, пизда его пальцем. Либо же действительно еще раз так. Пошел сверху. Бам! Вот у него дырка, значит, ловите с любой стороны, ловите в ту дырку, которую он нет, вы не лезете в защиту. Там, где он защищается, он закрыт, вы туда хуяли. Давайте, дайте отдохнуть людям. Вот, хорошо, нормально. Шикарно! Ебаш, блядь! Отлично! Здесь!